Сегодня будем готовить торт без заморочек, без выпечки, без варки крема. Очень вкусный и готовится очень быстро. И помогать мне сегодня будет мой внучок Семён. У нас сметаны 600 грамм и масло 200 грамм. Нужно нам это взбить в пышную пену миксером. Добавляем 1 стакан сахара, сметану и постепенно вливаем масло. Берем печенье. У меня вот такое печенье. Я взяла топленое молоко. Без разницы, какое возьмете, сахарное, любое печенье. Берете подложку для тортика. Крем у нас готов. И будем выкладывать наш тортик. Но чтобы было печенье у нас сочное, мы его будем окунать в молоко, чтобы получился влажный, хорошо пропитанный тортик. У меня молоко вот в этой миске. Берем печенье, окунули и выкладываем первый слой. На низ я не делаю крем. Сверху накладываем слой крема и хорошо распределяем. Получился у нас вот такой тортик. Ну, нам нужно его украсить, поэтому у нас тут осталось две печеньки от трех пачек. И есть у нас вафли. Мы сейчас сделаем крошку и посыпем этой крошечкой наш тортик. Получился вот такой тортик у нас. Сейчас мы его поставим в холодильник на пропиточку. Желательно его делать на ночь. Ну, часа два он должен постоять, во всяком случае. И я вам в разрезе покажу, что получилось. Готовится очень быстро, но это очень вкусно. Вот такой тортик у нас получился. Сейчас мы его попробуем. Пробую тортик. Оторваться не могу. В меру пропитан. В меру сладкий. Не жирный. Вообще хороший. Смотрите, красота какая. Супер. Не надо возиться с тестом. Прелесть.